Дана Борисова обвинила экс-супруга в избиении дочери. 44-летняя телеведущая Дана Борисова выступила с громким заявлением, обвинив бывшего гражданского супруга в жестоком обращении с дочерью Полиной. «Всем здравствуйте! Так страшно! Теперь и моя семья столкнулась с домашним насилием». В пятницу дочка Полина вечером пошла в соседний жилой комплекс в гости к папе, бабушке и дедушке. Я уже рассказывала о своеобразии этой семьи. Они всю жизнь живут вместе. Макс ни разу не был женат. И Полина его единственный ребенок. С порога стал оскорблять Полину. «Ты страшная, ты жирная, ты никто. Вся в мать», а потом набросился, повалил на пол и избил ремнем. Важно, бабушка и дедушка в этот момент находились рядом. Но когда он стал ее бить, ушли в другую комнату, чтобы не мешать ему воспитывать ребенка. В результате такого воспитания у нее полосы от ремня по всему телу и вывихнут палец на руке. И что нам делать? Молчать? Плакать эти дни от бессилия? Подскажите, что делать в такой ситуации и как справиться с болью? И как наказать такого насильника? Написала Борисова на своей странице в Instagram. Отметим, что 13-летняя Полина – единственная дочь Даны Борисовой. Ее телеведущая родила от бывшего гражданского супруга бизнесмена Максима Аксенова.